Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся наушники Samsung Galaxy Buds Plus. И сейчас мы разберемся, как воспользоваться эквалайзером для настройки звука данных наушников. Итак, для начала мы переходим в приложение Galaxy Wearable. В Play Market оно у нас вот так вот выглядит. Нажимаем открыть. Теперь здесь переходим в настройки наушников, эквалайзер, и здесь можно выбрать ту настройку, которая вам больше всего нравится. Хотите больше баса, выберите раздел «Больше низких». Хотите больше какой-то такой высокий звук, нажмите «Больше высокий». Динамичный, тут все понятно. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!